Сегодня прошел третий день Абу-Даби Desert Challenge 2021. Сегодня мы стартовали прямо после бивака, сразу был старт, без лиазона. Сегодня боевых около 300 километров, 290 с небольшим. Стартовали мы на второй позиции в нашем классе. Перед нами было две машины Т4, и потом Кирилл Шубин с Павлом Лебедевым стартовали в 7 минутах впереди нас. Стартовали, начались, по-моему, сначала средние дюны, такие, опять-таки, с опасными спусками. До нейтрализации никого не видели. Ехали первые 100 километров в умеренном темпе, чтобы сохранить машину. То есть пилот вроде бы как меня послушал, что не нужно ломать сегодня машину, надо ее сохранить. Первые 100 километров мы ехали в умеренном темпе, все хорошо, мне прям нравился наш темп, потому что максимально такое для сохранения. На нейтрализации вы видели Павла Лебедева. Они стартовали на 7 минут впереди нас, и на нейтрализацию уже оказались мы чуть-чуть поближе. То есть мы сократили расстояние. Также перед нами был еще один экипаж из нашей команды, который стартовал на 2 минуты впереди. То есть мы чуть-чуть сократили дистанцию. И после нейтрализации как стартовали, так никого не догнали. В общем, обгонов никаких сегодня не было, никого стоящими не видели. Сами проехали нормально, в умеренном темпе, не слишком быстро. И не слишком быстро, чтобы сломать машину. И, тем не менее, удалось немножко сократить время от лидеров нашей классификации. В смысле сократить? Выйти в лидеры? В смысле, да. После вчерашнего дня Павел Лебедев с Кириллом Шубиным занимали первую строчку. Мы проигрывали 5 с небольшим минут. Сегодня вот как раз мы выиграли там 4 с чем-то минуты на суперучастке. И что позволило нам после сегодняшнего дня выйти на первую позицию после 3 дней гонки. И сегодня плотные результаты на самом деле были. У нас с Кристиной Гутьеррес, по-моему, разница 11 секунд всего на 300 километров.